можешь взять подарок. С днем рождения, Мишка! С днем рождения!
Все так скучно и привычно. Не влюбляйся.
Спите! А больные без присмотра бегают!
будет, что ли? Совещаний политического консультанта. Не то. Ох, и скукачи. Thank you.
А, зайчик, 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 зайчик. Мишка, а это кто ходил? Чё, крокодил? Не забудь. Ух ты. Так. Угу. Опять волк. И это зайчик. А вот еще волк. Ну и где? Чё, зайчик? Честно? Тогда это волк. А это волк? Ну, а это волк? А вот тут волк? А тут волк? Это волк? Волк, 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 волк. Угу. Петляют.
Мишка, смотри, смотри! Видишь, зайчик? Ничего это ты, Мишка, не знаешь. Да-да. Все, опять грустить будет. И точно, загрустил. А чё он ждал с такой бандурой? Да, инструментик не того. Да и сам он какой-то, не какой-то. Нет, так у него ничего не получится. Ну ничего, сейчас мы все настроим. Thank you.
Да-да. Это кто ж к нам припожаловал? Ты чё, ты это царь, что ли? Честно? Ой, батюшки! Да кто ж царя-то там встречает? Не царское это дело! Без торжественной встречи обходиться! Ваше Величие, давай-давай! Еще разок, изволь приехать! Пешком ходить-то. Не царское это дело за ягодой наклоняться. Не царское это дело. Не царское. Ну, не царское это дело машины чинить. Не царское! И все тут! Вообще не царское! Не царское это дело носами тереться! Не царское это дело посуду мыть! Не царское это дело в доме! Временно исполняющий обязанности царицы назначаю Марианну 101. Это чего? Это меня, что ли? А чего ж ты, я стою и не царствую? Thank you.
кружить. Эй, народ! Все на строительство дворца! Можете же, когда прикажут. Так, ты давай за царь обед принимайся. А с вас еще газоны, вазоны и фонтаны. А я пойду проверю, все ли по-царски. Вот это я понимаю. Царское дело. Хороший все-таки мне народ достал. Вот это мой размерчик. Вот это я понимаю. Искусство. И мне приятно, и народу полезно. Ух, я такая царственная, вся повелительная такая. Давай уже обед подавай. Надо ставить драму. А я говорю, что оперу.
А ведь это идея! Оперный балет с элементами драмы! Ты можешь умничать, пока не надоест! А я уже пишу либретто! Ah!
скажу. Por favor, toma.
большой. Плесь на голландцу француз, чтоб подчеркнул свой тонкий вкус. И не забудет в том числе сказать мерси и силе в опле. Или плиз, пожалуйста, спасибо, ведь это так красиво. Удасай, аригато, словно сакуры цветок. Красивее сыпор, фавор, нету слез и нету ссор. Плиз, thank you very much, улыбайся и не плачь. Есть много странных языков, но эти главные из слов. Давай, счастливого пути! И про слова не позабудь! Месяц уж как ездит! Все ездит и ездит! То ли дело я! Всего за час вокруг света обернулась! Thank you.
равно бывает. Тогда уж лучше врачом. Ведь главное, чтоб надо мной не смеялись. А тут хихикнул, и на тебе укольчик. А еще лучше учитель. Захихикал — двойку. Захохотал — родители в школу. Что есть в тебе талант? Талант, скорее для всех его открой. Скрытый талант, лучший талант твой. Ведь чувство юмора не зря. Поверь, не зря тебе дано. Откровенно говоря, нельзя прожить без смеха все равно. Что-то похоже, пока я ни на что не гожусь. Пускай смеются над тобой, но радость лучше, чем беда, да-да. Весело, ярко и смешной. Смешной пусть будет жизнь хоть иногда. Все хорошо будет тогда. Начнем расследование. Раз, два, три, четыре, пять. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто. А теперь ты ищи.